Осенний вальс в исполнении танцующих фей студии эстрадно-бального танца «Аура» бесподобен. Не ошибиться в синхронных па помогают подсказки хореографа. Пару штрихов доработать и танец покорит зрителя. Нежных див на сцене сменяют задорные россиянки. Хореографическая студия «Экспромт» готовит танец с изюминкой, народный с элементами современного. Неповторимые образы танцоров создают яркие костюмы. Их приобрели в 2013 году благодаря первому гранту программы «Металл Инвеста» «Сделаем мир ярче». Мы пытались как-то помочь коллективам конкретно, детским коллективам развиваться. И поэтому здесь направления были самые разные в расходовании денег. Это прежде всего пошив костюмов и приобретение аппаратуры, может быть, не в таких больших масштабах, но тем не менее, вот для занятий в студиях небольшие центры были приобретены. И, безусловно, очень такое значимые суммы были потрачены на поездки на конкурсы. Международные, всероссийские конкурсы. Лучшими артистов молодежного называли в Анапе и Сочи, в Санкт-Петербурге и в итальянской Белларии, где солист вокального ансамбля «Оазис» Антон Клёван стал лауреатом второй степени международного фестиваля. В сентябре нынешнего года староосколец стал одним из лучших эстрадных вокалистов страны, завоевав титул лауреата первой степени международного конкурса «Золотой голос России». Удалось вырвать победу нелегко. Очень много переживаний было и волнительных моментов, потому что состав, звездный состав жюри и, в принципе, уже именитые вокалисты соревновались друг с другом на этом конкурсе. Выпала честь быть участником этого конкурса, конечно, не без помощи компании «Металл Инвест». Не первый конкурс, который как бы помогли компании «Металл Инвест», на котором я победил. И спасибо за эту замечательную поддержку. У большой творческой семьи появилась уверенность в будущем. Благодаря очередному гранту «Металл Инвеста» удалось реализовать давно намеченные планы. Наши коллективы, которых великое множество, я хочу просто сказать, что их на сегодняшний день уже 58. Это и профессиональные коллективы, и народно-самодеятельные, и образцовые коллективы. И всем этим коллективам необходимо показывать зрителям свое творчество, выступать с концертными программами. Ну а чтобы качественно представлять свои программы, необходимо, естественно, достойная аппаратура. И в 2014 году мы такую возможность получили благодаря компании «Металл Инвест». Была приобретена аппаратура мощностью 5 киловатт звука. То есть сейчас наши коллективы спокойно могут выступать на огромной площадке площади Победы. И нас будет замечательно слышно во всех уголках этой огромной площади. Безмерно благодарны управляющей компании «Металл Инвест». Благодарны лично Андрею Алексеевичу Угарову, который как добрый ангел, наверное, помогает нашему дворцу. Спасибо. Благодарность артистов – это новые программы, звучные и сочные. Когда есть такая поддержка, хочется творить, танцевать, петь. Ой, брат, ты всегда и везде победитель. Ой, брат, ты рожден, чтобы вечно сиять. И пускай бережет тебя ангел-хранитель, а Россия хранит золото мать. И пускай бережет. Металлурги, металлурги, слава, слава тебе!